Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство iPhone 16. И сейчас я покажу вам, как настроить дату и время вручную. Открываем настройки, далее проходим в основные настройки. И здесь мы выбираем дату и время. Отключаем автоматически. И теперь можем вручную выбрать дату, выбрав день, месяц. Ага, это я настраиваю время уже. В общем, можем настроить время, выбрав часы и минуты. И также можем выбрать дату и часовой пояс. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.